мост. Вот это самое узкое место в ущелье. Только что мы были внизу. Вот она, водичка прекрасного цвета. Вон оно, то бревнышко. Такой камушек. Тонн на 5. Вот от этого моста, вот буквально я попытаюсь посередине, идет старая римская дорога. Вот там еще остались вырубленные римлянами арки. Дальше дорога исчезает за юнками, но она, в общем-то, хорошо разрушена. И вот там на стенах изображение римлян, воинов. Смотрите на фотографиях.